Если приездить даже на ровном асфальтированном дороге, в салоне вашей машины слышно примерно такой звук. Тогда возникает вопрос и становится интересно, не стучит ли рулевая рейка. Причиной звука может быть то, что истреплена узел рулевой тяги или изнашена втулка, вот тут. Из-за этого образуется люфт и звуки в рулевой рейке. Стучит ли рулевая рейка, проверить можно легко. Просто машину поднимаем на подъемнике или поставим на яме. Потом удерживаем рукой рейки вот тут. Затем тут и дергаем. Пошатаем сильно вверх-вниз, туда-сюда. Если чувствуется маленький люфт или стуки, вот такие. И стуки вот такие. Значит, стучит рулевая рейка, и нужно отремонтировать ее.